Друзья, перед началом этого ролика хочу сказать, что это было мое самое незабываемое приключение в этой игре. Ведь такого количества экшена я не получал еще никогда. И я очень надеюсь, что вы получите максимальное удовольствие от просмотра этой длинной истории на час. И я очень рассчитываю на вашу максимальную поддержку. Друзья, у меня будет к вам всего одна маленькая просьба. Это проверить, не горит ли ваша кнопка подписаться красным. Ведь, к сожалению, огромное количество людей просто-напросто забывают это сделать. А кстати, этот вайп я отыграл на классике. Пока ждал вайпа на Блутрасте. Сервере, где я постоянно играю. И если вы хотите играть вместе со мной на одном сервере, то пожалуйста, все коннекты вы найдете в описании. Не буду сильно затягивать вступление, а лишь пожелаю вам приятного просмотра, друзья. Давно я не залетал с утра, да еще и на классику. Ой, ты проснулся! Не трогай меня! Не надо! Спасибо. И ты не трогай меня. Сегодня, кстати, первый день вайпа, но я залетел спустя 7 часов. Дождался утром. Как раз наши американские друзья ушли спать. И можно хоть немного пофармить. Потому что еще 7 часов назад онлайн был больше 500. И была такая конкретная душка. Особенно между кланами. Кстати, мне безумно нравится спавн города в этом вайпе, потому что он находится притык к воде. То есть это очень круто. Такое случается, знаете, ну не часто, я вам скажу. Добегу я, наверное, сразу до NPC города. Хочу там побить немного бочек. Ой, слушайте, ну видно жаркая ночь была, потому что уже успели тут ребят повыселять. Блин, бегая столько времени вокруг этого города, мне удалось найти только одну бочку и один дорожный знак. Ну как-то не жирно. Нифига себе тут народу. Но у нас уже есть 150 скрапок, кстати. Слушайте, а может квест взять? Привет. Ну здравствуй. Ты можешь помочь мне кое с чем? Конечно. Я потерял в лесу кое-что очень дорогое для меня. Ты можешь помочь мне вернуть это? Я награжу тебя топором, если ты это сделаешь. Хорошо. А куда бежать? Ага, да тут близко. Сейчас топорик получим. Спасибо за хакашку, бля. Кушай, кушай, на здоровье. Почему тут так смешно? Это правда забавно. О! Бутылка водки? За топор? По-моему, у этого дровосека явно выраженный алкоголизм. Он просто продает последние вещи ради бутылки. Надеемся, у этого дровосека все в жизни наладится. Давай, друг. А, ты еще мне предлагаешь 2000 дерева добыть? И за это я получу арбалет. Слушай, это неплохо. Давай, мой арбалет, друг. Слушайте, а я ж могу прямо здесь ревик скрафтить. Да, неплохо. И нужно будет прямо здесь изучить патрон, потому что он у меня не изучен, к сожалению. Так, ревик разряжаем. А патроны изучаем. На место. Ну а теперь закупим немного смоков. Есть такое дело. Ладно, надо уже начинать строить наш первый домик. Продам коня. Коня продам. Сколько коня продашь? А что есть? Куплю коня. За что? Все есть. Ну давай что-нибудь вкусное, а я тебе дам коня. За бобовку готов? За бобовку? Поехали, родной, садись, ну, давай. Все, родной, спасибо, приятно иметь дело. Погнал, давай. Давай.
Ну вот и домик готов. Я кого-то тут слышал. Чего? А это интересно. Мощно. Здорово, братух. Ты что, тоже дом хотел строить? Ну так спасибо. Ну кстати, мы наконец-таки можем себе поставить первый верстак. Это, знаете, уже какое-никакое достижение все-таки. Здравствуй. Знаете, в момент, пока я рубил древесину для постройки конюшни, я начал осознавать, что поселился на очень густозаселенном районе, и стал догадываться, что будет нелегко. Yes. Повоевать хотите? Давайте повоюем. Что, только с оружием можете, да? Давай, пайп на базу. Ой, там берданки стреляют. Да ты что? Есть. Есть. Поаккуратнее, ребят, на этом районе, поаккуратней. Ну вот у нас уже какой-то нормальный, реально нормальный огнестрел появился. Фармила. У тебя ствол, по-моему, выпал какой-то. Пофиг на ствол. Ствол это такое дело, наживное, знаете. А вот компоненты лишними не будут. Ты куда? Никуда, но так бы и сказал. Руфкемперы, значит, да? Чего? Ёбаный синий бот! Моё? Это же мой лут, который меня бот убил. Питон. Ткань. Ага. Так. Это надо домой.
какой-то момент я поверил, что у меня получилось довольно успешно стартануть. Но раз на то и раз, что все так просто в этой игре не может быть. И пока я отошел попить чайка, случилось вот это. Здорово, мужики, здорово. Классно поиграл я. Давай, братан, держись там. Ага, спасибо. Вот это я поиграл. Так они еще мечами, что ли, выдолбили? Вот это я на минуту отошел. Ну я сам дурак, я пожмутился улучшить потолок. Просто пойти и сломать два камня. Мистер! Да ну! Бедная корова! О, так меня еще залутать не смогли. Но мне все равно этот коптер некуда было девать. Слушайте, у меня прям плюс мораль какая-то появилась, реально. Ну, надо заняться вещами посерьезней. Потому что, как-никак, у меня дом, между прочим, там гниет. Ого! Нормально. По-моему, у меня сейчас друг на этот сервер зайдет. Ты на мой стол позарился? О, извиняюсь. Здравствуйте. Здорово. Ты что, мой ник не узнал? О, какие люди. Нет, не узнал. А я вижу, что-то знакомое. А ты где живешь? Я вольная птичка. Я везде тут живу. Я тут собираюсь сейчас построиться. У меня уже все готово почти. Я на Q19. Ну, там сейчас душно, но если сможешь построиться, будет круто. Q19. А, так я там прибегал, слушай. Там что-то вообще люто. Ты как там живешь? Ну, давай, Никит, стройся, и будем этих оболтусов с тобой наказывать. Какие, которые там с ревиками? Ага, у них уже даже берданка появилась, я тебе больше скажу. Скоро не будет. Сейчас я дерево поформлю себе на кибиточку, у меня все готово уже. Я, прикинь, скрапа много выиграл в казино. 200. 250. Круто. Да. Да я думал, может, сходим, ты мне покажешь, где ты живешь, и я кибу кину около тебя. Ну и прикроешь меня. Никита, они бегут. Бегут, родной, давай. Все. Хорош. Минус один. Отдыхайте, кореша. А за питон спасибо. Давайте, ребятня, созвонимся. Я просто к тому, что, мужики, ну как-то посерьезнее надо, да? Как-то слабенько, знаешь? Слушай, будем стараться, обещаю. Давай, родной, давай, я в тебя верю, честное слово. Никита, братик, где ты? Шот, я выбил. С берданкой? Да. Надо быстрее наверх. Все, наверху.
есть что? Да, берданка. Давай, давай, давай. Ну, хорошо, что мы у них единственную берданку отняли. И питоны тоже отняли. У них, по идее, сейчас только ревики остались. Так как на этом районе было невозможно фармить из-за огромного количества местных жуликов, я решил отправиться покорять морские просторы, в надежде наултать много компонентов. Ну, хоть какие-то ресурсы смогли нафармить. Сейчас это переработаем быстренько. И, наверное, баллон еще куплю. Ну, 400 скрапа — это неплохо. После того, как я плотно полутал воду, мы с Никитой решили вместе отправиться в подводную лабораторию, ведь компонентов там по-прежнему нужно было ну очень много. Поэтому мы закупили дайвинг-сеты и отправились в путь. Погнали. Мартан, вот он. А, капец, она маленькая, слушай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Меня убили. Я понял. Я здесь внутри. Хорош. А ботов тут нет? Есть. Золотая, вот там есть что-то, нет? Кукуруза. Ну, как бы так. Ну, опять ящик отпавнился, капец, он быстро. Да, когда онлайн большой, они спавнятся моментально. Типа даже не надо уходить с лаба? Сочель, Никит! Опа. Ага. О, передо мной... Никита! Да, бобовку да. Нашел, все. О. Давай сейчас еще минут 5 и уплываем отсюда. Никит, посмотри, если чисто, давай уплывем. Все, мне достаточно ресурсов. Уплываем? Да, я ныряю, давай уплываем. Тут обычно на большой лодке сюда типа плавают аккуратнее. Все, побежали. Ох, Никита, сейчас будет долгая переработочка. Никита? Да. У нас получилось 1000 скрапа. Что, я тогда сразу изучаю то, что нужно? Угу. Так, я тогда шприц и гантрап сразу изучу. Угу. Не, вообще же заход очень продуктивный вышел, реально. Не, вот так игра будет. Вот так игра пойдет. Все, ладно, давай. Давай, доброй ночи. Так как время было довольно позднее, мой тиммейт Никита ушел спать. Ну а я решил и дальше пойти покорять этот сервер. Пока Никита ушел спать, мне нужно как-то продуктивно в соло отыграть. У меня есть небольшая... Ага. Ребят, ну, как бы да. О, у тебя, кстати, даже берданочка, как моя прям. Блин, с толку меня сбили. Что я, в общем-то, хотел сказать? Я хочу максимально провести продуктивно вот эту ночь, пока я играю, и попробовать взорвать какую-нибудь конскую ферму. Но с берданкой сейчас явнее поприятнее бегать. Оу! Это мои клиенты. Блин, два хита всего дал. Спасибо. Век не забуду. Ой, как игра сразу с берданкой-то пошла. Все, я надеюсь, теперь я могу спокойно пофармить. Кто-то в пещере фармит.
Спасибо. Ты что, родной? Так как время было довольно позднее, я решил тоже сильно не засиживаться и решил пойти спать. А рейд конских ферм оставить на утро. Ой-ой-ой. У нас наступил уже второй день вайпа. А наш бункер еще стоит. Это очень хорошо. А что у нас, в общем-то, на районе творится? Дома наши с Никитой стоят, они не заряжены. Ферма конская, кстати. О, Никита, по-моему, проснулся. Алло, секунду. О, чел, дай лута. Дай лута. Алло. Алло. Здорово. Здорово. Сейчас захожу. Ладно, пока Никита заходит, может быть, я на лабу съезжу. Продуктивно утро, так скажем, начну. Это кто? А вот и первые компоненты. Я их, наверное, сразу домой занесу. Не хочу с ними на лабу плыть. Опять парниша какой-то. А тут кто-то есть. Или кто-то был. Потому что лаба залутана. У того парнишки с берега акваланга не было. Все слутано. Блин, я чуть-чуть опоздал. Какая-то странная лаба, что-то она сломалась. Она переспавниваться нормально не хочет. Она вчера тут спавнилась, не переставая. Жень, ты домой бежишь? В радике? Да, 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 да. Блин. Это где? Да вот, на горе. Че, пойдем сразу родить, я родить хочу. После рутинного утреннего фарма мы решили реализовать наши ресурсы и пошли рейдить соседскую конюшню. По дверям пойдем? Внутри двери нам хватит сломать. Куда нам, налево, направо потом надо будет? Направо? Да. Твою налево. Еще дверь. Гаражка. А наверх можем пробуриться? А, мы можем в сторону пробуриться, Никит, изи! Пойдем! Ну, тащи борт, тащи верстак и давай. Это такое изи, кстати, 600 удобрений нашел. У тебя верстак первый есть? Да должен быть. Если что, у меня скибетки можно снять. Верстак. Ой, Женя, был. Ой, Женя! Чё, чё, чё? Идут. Иду к тебе. Минус один. Ага, один был такой был. Ну, может, я его убил. Чем он у тебя? С ёлкой? С ёлкой, да. Да тебя просто, это... Тут бомжи, я не знаю, ну миллион. Дай мне ревик. О! Как? О! Да! Ого! А мать как? Ого! Ого! Я дверь делаю. Слушай, он тут даже больше, чем я ожидал. Угу. Только почему-то ганов не было. А они должны быть. Два типа, Женя, бегут за нами. В лесу через примем. Через дорогу бегут. Минус один, я без хп. Я умер. Тоже? Нет, я не умер. Никит, я живой рядом. Тут последний ревик остался без головы. Я рядом. За этим домом. Он последний. Я понял. Я его убил.
Вроде все. Так шлепнул ему с пайпа зеленого. А это ты всех развалил, что ли? Ну по. Ой, тут резцы. Это я, наверное. Не-не-не-не, нет, это не ты. Тин тупает. Ну, давай, сюда. О. Чего? Что-то не там снизу. Киянка есть? Это киянка. Есть киянка, а что? Ни хрена. Подожди! А где Куни? Никита! Это все, конечно, прикольно. Мы все за коняшками пришли. Подожди, вот тут лошадь, наверное. Вот они. Сколько? 50, ну, в сумме 100. Подожди, а вот еще. 105. Это много? Это до хрена, Никит. Так давай их оставим себе. У меня сейчас есть мега-план по поднятию просто нам. И если повзрывать конюшни, ты представь, сколько две лошади приносят. Это очень много, Никит. А ты прикинь, если какую-нибудь конюшню побольше бахнуть. Это ж вообще жесть. Мы можем себе эти лошадей угнать. Так как в моей голове зародился просто гениальный план по поднятию, а именно рейд конюшен и угон лошадей к себе, нам бы потребовалась своя личная конюшня, к строительству которой я незамедлительно и отправился. Так, ну, две лошадки в нашей конюшне уже есть. Было бы неплохо еще пару фирм зарейдить, чтобы забить эту фирму мою. Вот лошадок бы 6-7 сюда, и мы бы стали миллионерами. Я иду, короче, фармить в сторону ранчо, может быть, какую фирму найду интересную. Никита! Чего-чего? Никита! Чего-чего? Тут ферма! Большая? Конюшня. Она каменная. Тут, по-моему, максимум на пару дверей, но если у нее под каждую лошадь загон не сделан. Но тут лошадей, Никита, тут мы миллионеры. Да ну. Я тебе говорю. Мы работаем. Никита, мы если эту ферму бахнем, мы сейчас такими миллионерами будем. Ты слышишь, там сколько их тут, да? Чё, я бахаю? Да, давай, я с палки пошёл на маткину. Давай. Ой, уже пошло. Сколько? Ёп, Женя, 120. Если... Никита, это сразу куда-нибудь в маленький ящичек. Да, срочно. Бахай, бахай, бахай. Конь скачет. Да, тут даже слизи так будет. Удобри! Забирай! На лошадь и ускакивай. Удобрение за... на лошадь и домой. Может, на этот? Домой, Никита. Едь домой. Да, убежал. Все, я его убил. Тебе хватает? Да, мне еще надо дверь. Никита! Да, ты сейчас покажешь. Я домой! Тут миллион говна, Никита! Встречай меня домой с говном! Никита, ну тут этого давай, хватит! Мы миллион коптеров купим, Никита! Никита, это топ, Никит! Это просто миллионы. Мне кажется, еще надо будет докрафчивать. Не-не-не. А, ну хотя, не факт, не знаю, сейчас посмотрим. Чего? Еще лошади. О, вот. Ресы. В итоге, благодаря рейду этой конюшни, наши дела пошли вверх, ведь мы забрали огромное количество удобрений. Ну и то, из чего оно как бы производится. И ко всему этому, всех лошадей мы перегнали к себе в конюшню, ведь лошади в таких количествах могут приносить безумное количество ресурсов, чем мы и планировали пользоваться. Где-то уже 24 навоза сделали. 23, извиняюсь. А это уже там 300 с копейками скрапа. А я только недавно собирал за ними. Это топ. Ё-моё. Никита. Да. Никита. Да. Давай быстрее, ну каргаш выпал. Я понял, сейчас.
Полетели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, хуйня. Еще вагон, вагон! Капец, тут состав. Тут что-то слишком много эпика на квадратный сантиметр. Право-влево. Ой, одна догонит. Нет, не догонит. Никита, тут слишком много эпика. Тут чисто полетать можно, видос выпустить. Баты снимали, отсекали. Не, почему? Возможно, все. Ой! Че? Мне... Ой! Ссылки, гадость! Ой, гадость, смотри. Эй, чучело, которое сидит на нефтянке, иди в жопу. Лодка, лодка, лодка! Где? Вот со стороны нефтянки. Блин. Я думал, это их типы, и они сейчас будут прикрывать их. А погоди, их убили. Уверен? Ну, лодка пустая. А, ну ладно. Гудок. Да, Женя. Заспанился? Да. О, ставится, Женя. У многих сейчас, вероятнее всего, возник вопрос, из-за чего же Никита так обрадовался? Что там, куда там и как там поставилось? А дело в том, что мы решили воплотить один очень интересный баг с карго. Но этот ролик вы сможете увидеть на канале у Никиты. Кстати, этот ролик будет с моей коллаборацией, так что все ссылочки на ролик вы найдете в описании. И кстати, не забывайте передавать от меня сонные приветы. Прикинь, как типы был в каком шоке, когда увидят ящик в небе. Я смотрю на него. И давай. Хорош! Пропал все. Не видно. У меня еще нет. О. Первый открылся. Че там? Калаш, болт. А нам ПНВ нужно? Да, да, да. Я ночью буду сидеть в очках. Вдруг кто-то плавать будет. Еще один ящик открылся. Никита! Да. Две топ-маски и иксовка. Мы что-то все изучаем. Это топ. О, Лёля. Годи. Вот это интересно. Я нашел тебе нагрудник. О, кайф. Быстрее, у меня шприцов нету. Все? Давай в воду упадем. О, уже 1000 удобрений за это время переделалось. По приезду с карго мы решили взять все наше удобрение и обменять его на скраб. И побежали для этого в NPC город. Погнали. У меня 6500 скрапа сейчас. Это плюс третий верстак, плюс изучение калаша, болта, иксовочки. Я сразу покупаю турель. А ПВО купить? Подожди. Не-не-не, это минус хата. Да блин! Да ладно, ладно, ладно. Прикинь, корову так сбить. Да-да-да. Что ты хочешь? Ща увидишь. А, он кого-то скинуть хочет. Давай-давай-давай. Сейчас можешь купить, второй отожмём. На. Это чуть карма не сработала. Это была бы карма, Никита. Это была бы карма. Я бы на коптерную поставил, кстати. В очередной раз, прибегая в мирный город для обмена удобрений на скраб, я услышал, как в метрополитен приехала вагонетка, и я решил спуститься и посмотреть, что же там ребята успели налутать. Погоди.
Ты в метро? Да! Что такое? Чилика убил с фарма, он тут, наверное, миллион лет лутался. С ракеты, что ли? Не, он на лифте не поехал, его просто закрысил. Перерабатывая ресурсы после пойманного фармила в метро, мы заметили проплывающий карго, но подлетев к нему поближе, мы заметили корову с кланом на корабле. И решили рискнуть, дождаться, пока этот клан все слутает и полетит домой. Там две коровы дымится, Никита, там в одну попадешь, там дабл будет, Никита! Да, за нами, Женя, за нами. Садимся? Нет. Да, давай садимся. Давай. Они стреляют. Садись. Выше сажусь. Дал шот. Дал шот, молодец. Да, я вижу, что там типы на карге. Заводи, заводи быстрее. О, залутали! Опа. Так. Ждем вылета. Надеюсь, на маленьких не полетят. Ну, корову в любом случае заберут, ты чё? Взлетают! Взлетают? Подожди, зависни, я чтоб точно сказал. Да, 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 да! Полетели! Полетели. Пробуй. Давай я крашу с него. Нет. Так он один летит. Нормально. Меня убили. А как они не взорвались? Я не знаю, но я попал. Я слышал. Знаете, хоть у нас и не получилось взорвать корову этого клана, но все-таки одну корову мы смогли у них отжать. Ты уже один коптер купил, да? Никита, корову купили! Вылетай! Вылетай, крашится! Это они! Это я сейчас куплю, что-нибудь? Попробую! Стой! Никит! Я его корову заскабил! Я купил коптер, у них корова пропала! Ой, сори, гайз, плиз, сори. Ну, сори, сори, рили, сори. Хеликоптер, хеликоптер. Thank you, man! Кстати, знаешь одну имбу тактику лютую? Накоровишь типы, которые сидят на перерабе, можно на изи их просто это. Я знаю. А там таких всегда по миллиону сидит. Да, надо прям же влетать на корабль, насколько я знаю, да? Нет, там просто наверх к нему на голову садишься и все. Да, пробуем, если хочешь. О, Никит, ко мне персона села. Не хочешь его сбрить, я к домой его привезу сейчас. Да подвези его, троллю убить. Хэштег ты разбился на хеликоптере. Стой, ты летишь. О, все. Его сейчас его город убьет. А, я бы это... Ну ты же не залутаешь. Никита, ты можешь с оружием выйти? Давай реально так, типа, с доставкой будем заказывать. Давай. Я сейчас сяду, там миллион людей сядет ко мне, я тебе говорю. Подожди, я болт возьму хотя бы. О, сел. С мачете, Никит. Так, все, стой, секунду. Он, наверное, полуголый, но все равно он с мачете. Сейчас, 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 крафчу. Только не руби, пожалуйста, меня, ладно? Это меня так сегодня уже убивали. Че ж ты так рано его? Рано? Я боялся убить тебя. Я думал, тебе в голову дал. Так. Бежит. Вот так. Бежит. Только мачете. Хорош, братик. Подожди, может рыба пожирнее сядет, а? Ну давай. Так, сейчас, по-моему, еще один пассажир ко мне. О! Долго ждать не пришлось, Никит. А то... Hello, boys. Hello. Have a nice wife. How are you? Давай, Никит. Где он? Ой, вид. Турель сработала. Нету? О, да, нету, пешка у него. Иди лутай. Поехали дальше доставку лута давай, делать. Давай. Ой, медведь. Это бонус. Подожди, по-моему. Никита! У нас скраба много? Ну допустим, а че? Ну это просто два фулсета перерабатывается. Тоже корову купить.
Я сразу залечу первый дайпер работать, если успею. Только ты облети, и только тогда крашни. Давай быстрее, тут еще больше задавишь. На! Давай! На! Женя! Замотал! Давай еще! Да, давай, 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 я не могу замотать нормально, перенести к себе в слоты, слышишь? Кого-нибудь раздавил? Нет. Он, все, второй ушел. Вот этого давай, который самый правый. Давай, он давай, не давай, сидит. Убил, убил его! Нет, другого убил. Не могу допрыгнуть. Отойди, Женя, уйди. Я не успел. Ты еще кого-то убил. Ой! Уйди! Вот там, кстати, Женя. Уйди, уйди, уйди! Да ушел, тебе... нормально, нормально. Опа, опа, убил, убил, убил! Давай, сядь! На, нахуй! На, еще! Ты тут подавился. Вот. Я еще сажусь. Давай, сядь! На, нахуй! На, еще! Ты тут подавился. Вот. Я еще сажусь. Кого-то убил точно. Бегу. Бегу, там синий хазмат уже бежит, я ему закрываю дорогу. Он занял уже. Стой, меня раздавишь. Меня раздавил. Да ладно. Я всех задавил! Слушай, Жень. А подлети вот сюда вот, сюда быстрее. Назад, назад, назад. Тут чел уже хрен знает сколько перерабатывается. А, на другом, на соседнем? Да, да, да. Он минут 5 уже без первого. Оп. Сколько? 270. Оп. 270. А как ник, как ник? Дядя, это новая тактика, тупо просто по поднятию. Это что такое? Ну и по всем традициям Раста, после такого веселья начинается веселье посерьезнее. Дело в том, что в момент, когда мы давили людей на перерабе, там сидел какой-то клановый игрок, которому, видно, не понравилась вся эта ситуация, и он решил вместе со своими друзьями прилететь к нам в гости. Крова летит до него. Ой, Женя. Куда? Прямо около нас. Около нашего дома. А что он там делает? Кружит вокруг дома. Нашего? Да. Думаешь, нас бахать будут? Садятся, сели. Женя, клон! Нас, подожди, давай просвещу, у нас клан рейдит. У нас клан рейдит прилетел. Сколько, сколько? Корова. Я двоих почти убил. А вот это конечное. Они взорвали друг друга. Убил. И ни одного. Я умер. Валяюсь на крыше, Жень. Поднять можешь быстро? Я там понимаю. Чтоб двоих мирим убил. Давай, давай, давай. 80 хп осталось у этого. По факту их можно забирать, я попробую. Я кручу их. Я сдох. Ты поживешь? Я на себя отвлеку. Давай, давай, нас там отвлекай. Отвлекаешь? Да. Оползаю, секунду. Хитов много даю. Одного убил. Меня убили. Двоих убил. Троих убил, я умер. Знаешь, что это прилетели? А? Те, кого ты давил. Да ладно. Да. Иди, тут одна дверь осталась нам. И все, они будут... Ой, их много, это кобыла. Одного убил, у меня патрона нет. Много дал! Много убил! Жень, я убегаю. Жень, меня сейчас... Меня убили? Там. Убегай. Я не успею.
Но их очень много. Знаешь что? А? Мы должны будем им отомстить. Я хочу их бахнуть, Никит. Я не знаю, как, но я их бахну. Надо выследить, где они живут. Займешься? Я знаю, где они живут. Зеленые типы? Да. А, это тот, кто у тебя корову угнал? Да, я знаю, где они живут, Никит. Уверен прям, что это они. Уверен на 1000000%, Никит. Может, кого из наших ребят позовем? У меня есть быстрый план по поднятию. Есть ферма, которую можно выжечь на изи. Забрать лошади, с лошадей также подняться. И отомстить просто. Заманчивай эти. Надо наших ребят собрать, реально каких-то. Давай. Надо. Я соберу людей. Ты готов играть просто до усрачки? Да, давай. Было понятно, что за эту ночь вдвоем с Никитой мы не насобираем столько ресурсов, но нам нужно было спешить, ведь клан наших врагов в любой момент могли выселить. Но это нас не устраивало, ведь в планах это было у нас. И в эту ночь мы решили идти до конца, и для этой мести мы решили создать свой клан. Клан из наших подписчиков. Первый прибыл. Первый прибыл, отлично. Никита, где? Да, наверное, можете начинать фармить дерево, на чтобы деревянные кибитки хоть что-то было. Так, ты к нам, дружище? Ага. Вы тоже? Наши. На эту ночь у нас был четкий план. Нам нужно было разделиться и собрать несколько зеленок. Одна зеленка должна была поселиться рядом с нами, для большей безопасности. Других ребят мы отправили на фарм компонентов. Ну а третью зеленку фармеров мы отправили в зиму на поезде. Ну а сами мы пошли выселять местных фермеров. Я вам скину ща. Да ну! Че, я угадал, да? Тут не так много. И у меня всего 38. А подожди, еще ниже. О, ё-моё, посмотрите, корову сопровождает два коптера. Эпично. А, это они нападают. Ну, воздух. Никита! Их бахнули? Нет, знаешь, кого сейчас бахать будут? Клан на воде, либо это хозяева. Там что происходит? Там, куда там высадились, посмотрите. Все, я за ракетницей. Мне наверху сидит. Сот! Ты дома? Да. Возьми ракетницу. Кто наверху сидит нашего дома? Нас рейдят! Нас рейдят! Минус один? Меня убили, я минус хорош, один. Хорош. Подходим. Фулл сет сверху камня. Ракетница открытая, Женя, да? Нет, не открытая. Минус. Убил счет. Крыша минус. Убил все. Все. Все минус? Да. А патроны? Ну что? Девятки. ЛР-ку. ЛР-ку на. Хил. На, в ящике, вот здесь в ящике. Возьми. Все, идем. Все. Погнали. Корова улетает. Женя, быстрее, корова улетает. Женя. Сейчас попаду, сейчас. Ой, да, вот это выйти. Ой. Две ракеты все? Да. Три хита на крыше, четыре хита на крыше. Одного убил. Там еще? Я подхожу. Женя, тут давайте по фану двоих. На один хит один. Дайте патрон. Да, все. Есть патроны? Женя, не надо. Патроны, братка, есть. Я не знаю, там должен был чел оставаться. Я без патронов. Женя, есть патроны? Не. На 5-6. Нет. Стой, пока не лезь за мной. Что за блоки? Выжил. Вот их двери стоят. Женя, бустани. Там этот есть. Где что? Лестница. Есть? На второй этаж пойдем? Да. Где? Так, обеги дом. Берданку нашел. По мне стреляют с коздалека, ебать. Мужики, тут лута 1000000 осталось! Я сдох, ебать. Мужики, тут топливо, ящик! А я тут, Жень, все. Патрон надо хотя бы. Мужики, надо это всасывать и уходить. Так я не вижу, как ты туда зашел, Жень. Они это не нашли! Давай на коптере сюда своих таскать.
А может, ты мед везешь, я серый домой засейвлю? Ну давай, давай. Я кого-то дома заберу. Можете лететь? В моменте, пока мы перетаскивали лут, рядом с нашим домом сбили вертолет, который умудрился упасть в сейф-зону. Ну и наша орда выдвинулась на место крушения. Чё? А, наши уже все поняли. О чём идёт речь? Сейчас скажу им. Вертолёт сбили. Ой, как молодцы. А, тут патроны были. И все на этот перекинулись. Замечательно. Давай. Хватать ещё можете. Не могу. Сишки забрал. Сишки, ракеты! А, ракеты! Не знаю, сишки забрал. Хорош. Мужики, а вы не хотите, у нас типа три ракетки есть, конюшню бахнуть, ту, которая деревянную, которую мы хотели выбивать? Ща будет кое-что. Это, сода. Пойдем сходим, родной, со мной? Пошли. А у тебя молики есть? Ну так я с чем и пришел, ходи, родной. Первый раз будет, да. Пайсон Грис. О, он в онлайне. Ну это нормально, правильно. О, все. Давай. А тут металл. Подожди, а там проем же деревянный. Что? Нет. Снизу, снизу. Просто дом сжигаем. О! Знаешь, куда ты рейдишь? Там, а, стенка будет, скорее всего. Ну, я о, лошадки! Лошадки! Лошадки. Только не подбирай, можешь зайти? Угоняйте лошадей! Лошадей надо угонять! Я внутри. Фултип! Хорош. Отходи! Отходите, отходите! Мужики, строчили одну сишку, одну сишку! Тут закрыли. Никит, давай, хватай, я уже вот куда-то был. Зёбра, зёбра, уйди! Отходи. Там не свой, что ли? Нет. Что сказал бы? Ого. Компостер чекай, компостер чекай! Женя, смотри, Женя, смотри! Что? Чё, компостер, там, сука, компостер нашли. Забирай! Мужики, ваша задача, застройте это. Кто-то со мной, сода, на прикрытие. Со мной двое. Кто-то на застройку. Пошли. Быстро. Я на крыше сижу, за релакс. Нормально, нет, никого нет, релакс, я на крыше сижу. Ты понял, тут еще есть скарпа минимум. Не надо. А конюшню ты сам увидел, эту надо застраивать со всех сторон. Мужики, вы бы знали, сколько у меня скрапа. 10 500. Благодаря рейду этой конюшни мы смогли очень сильно апнуться по ресурсам и потихоньку уже начинали готовиться к рейду, отправив группу ребят на переработку смоков, а сами полетели в зиму к нашим фармерам. 30. Не, я раздаю. Здорово, братья наши зимние, как вы тут? 32 какашки. Мы задание. Мы задание. А вот уже все, отдыхаем. Здорово, брат мой. Садитесь. Китос запускай. К краю не подходите, выкинет, уже много раз выкидывало. Стой, не выходим, пока нас буром не посветят. Стоять, пацаны. Ты на базу, назад, пацаны. А ну тебя. Нет. Короче, взял с собой, у меня 1003 скрапа, я пошел. Куда пошел? Куда? Ну, смоки, Никит. А, понял, давай. Сейчас я куплю. У меня 680 смоков, я сейчас купил. На сколько часов я... Просто я в шоке, столько порох, это жесть. Да. Я уже на крафт стал. Никита, топ-сеты какие у нас есть дома, хоть немного? Не знаю, просто по ящикам. Нет, вроде бы не было. Короче, мужики, тогда давайте как делаем. Три с боевыми ракетами летят. Трое. Один с ракетницей на скоростных, даже двое возьмете. Угу. Там как раз пять. И двое тот, кто дефать будет. Давайте только по красоте. Все. Мужики, надо собираться, реально. Время 7 утра. И вот спустя целую ночь мы были готовы лететь мстить этому клану. Да. Че, вылетаем? Давайте. Топлика. Все грузитесь. Еще топлика. Кто-то ко мне один, кто-то один ко мне. Топлика нужны, мужики. А что там? А, его забыли. Подберите его, может?
Нормально. Мы уже в воздухе. Добежит. Погнали, мужики. На снижение со стороны пустыни пойдем. Давай со стороны пустыни. Откидывайте спальники. Спальники откидывайте. Мужики, пролетаем. Чё, поехали? Давай, начинаем раскидывать по сайту. Кто на скоростных, сразу сейчас турели выносите, ребят. Там внутри турели стоят, если что. Да? Интересно. А турели выключились? А нет, левые выключили. Турели сломали? А да, турель сломала. Левые выключились вроде бы. Так, справа сломано. Стелл вытащил, да. Стелл что-то. Пробиваем дальше, просто куда-нибудь в гараж. А, я его водоком сломал. Все, в гаражке дальше. Так, стоп. Сверху турели большие. Стойте, дайте наверх залезу. Не стреляйте. Лезь. Ой, подожди, обманул. Тут типы спят. Пиздел такой. Разрывы. Куча металла. Под верстаком резцы. Контраб, осторожно. Давай чехарду. Я бахну, я уже в разрядке. Последний гаражка. Так я сиху накидываю, сюда ракету накинешь. Все, ходи. Мужики, сейчас зайдите, заберите. Дороги. Шкаф замурован, компоненты. Давай втроение, братов. Давай дальше. Снизу еще. Еще кое лапи, что же кукурузу бросаю. Давай, Жень. На шкаф кидаю. Есть у кого шкаф, чем дострелять? Разрывы или еще что-нибудь? У меня есть сначала. Давай. Тут не мульти, надеюсь? Нет. Но я не видел, там есть шкаф или нет. Не волнует. Есть, да? Тоже неплохо. Ой-ой, по кому? Мужики, лутайте, кто что видит, надо первый рейс уже делать, улетать. Кто-то... Давайте делать. Она же просто сама сошла просто. Она же просто так не говорит. Здесь мультишка, да, пацаны, вот он стоит, скорее всего. Подожди, я, кажется, понял, где у нее электричество, сейчас. Все, аккумулятор нашел, сейчас. Выключил, должна все. Не. Где-то нашел, ого. Давайте, заводите, которые из леса. Все забитые? Летите на двух. Ну слушай, они не будут уже после этого играть. Думаешь? Но оно того стоило. Да. Друзья, ну вот как-то так и закончилось наше выживание, которое я, наверное, запомню навсегда. Ведь вряд ли этот клан мог ожидать, что какие-то два игрока смогут собрать такую непобедимую силу. Хочу сказать огромное спасибо каждому своему подписчику. Ребята, это было незабываемо. Каждый игрок трудился на протяжении всей ночи, чтобы помочь нам отомстить. Ну а я потрудился как следует для вас над этим роликом. К сожалению, не могу выразить каждому благодарность по-отдельному, все потому, что у нас было 3 зеленки, и ники каждого игрока просто-напросто не получится найти. Поэтому говорю спасибо всем, всем, кто потратил столько сил и времени, чтобы помочь нам. Спасибо вам, друзья. And before you toss this letter away, there's something that I've got to say. An aeroplane shooting across the sky can surely take your body too.